пока очень сложно что-то либо говорить. Все произошло очень быстро. Перемены в моей жизни. Вот. Испытываю, конечно, волнение. И разговаривал с руководителями клуба, разговаривал с главным тренером. И перед камерой вашего клуба я скажу и болельщикам, что никаких конфликтов с моей стороны не будет. Будет только работа и футбол. Это я обещаю. Я, что касается моего профессионализма, я думаю, никто со мной не сомневается. Я буду работать на тренировках, буду выкладываться на играх. Игорь, в преддверии Евро твоя травма стала шоком для всей страны. Расскажи, пожалуйста, сейчас о твоем самочувствии. Я думаю, не шоком для всей страны, она была шоком для меня. Это был удар по моей психологии. Если честно, я очень рассчитывал на этот чемпионат. Вот, очень рассчитывал, и потому что понимал по тренировочному процессу, что наша сборная может выступить очень хорошо. Я не знаю, что произошло, не могу понять. Вот, еще не разговаривал с ребятами, которые играли на чемпионате. Все видел своими глазами, конечно, очень расстроился. Ну, а травмы бывают у всех. Очень плохо, что произошло в тот момент, когда мне очень нужно было играть в футбол. Ты покинул ФНЛ в последний день трансферного окна. Был уверен до последнего, что вернешься в Премьер-лигу? Все случилось, грубо говоря, практически за один день. Это произошло вчера, да. Если бы я остался играть по первой лиге, ну, пришлось бы играть по первой лиге, потому что ситуации в «Динамо» были у меня разные. Но то, что сейчас семья под названием «Локомотив» дала мне воздух и дала еще один шанс поиграть, я благодарю их и еще раз говорю, что я оправдаю надежды.